И всем привет, дорогие друзья! Сегодня буду играть за инженерчика. Так, с нами играет Син, лучница, лиса и принц воров. Ну, наверное, я пойду на мид. Скорее всего, принц воров пойдет на ганг, ребят. Первое, что мы исследуем, это исследуем турельку нашу. И, в общем, да. Ну, лучше всего, в основном, все люди ходят на мид, так как мид можно играть нашим инженерчиком соло. А кто здесь против нас-то будет? Доктор. Так, против нас играет лиса, доктор, душелов и. Так, и головорез, ребят. Что-то я подзабыл, как его зовут. Так, хорошо. Что-то там. Так, сын пошел в лес фармить. Принц тоже пошел в лес фармить. Так, все, давайте пытаться давить докту, не давайте ей качаться, не давайте ей фармить. То есть больше давить ее турельками. По-хорошему, конечно, раскидать бы еще фонарики. Но это было бы неплохо сделать нашей лисе и лучнице. Ну, увы, насчет фонариков, ребят, здесь нет. Так, кто у них может гангать? К новым свершениям. В принципе, у них все могут гангать. Бью без промаха. Это как бы не вопрос, но как таковых именно гангеров я здесь не вижу, таких как ВДВ, Клык, например. Или Турехо. Вот, такие, что могут залететь, знаете, как внезапно, и сразу забрать. Так, берем хитрый себе. Хитрость инженеру. Ой, как нужна, ребята, хитрость нужна. Так, ставим, наверное, пушечки сюда поближе. Нет проблем. Укрепляем позиции. Так, улучшаем наши турельки. А у врага минус один. Ну, это, в принципе, у них нету снайпера, может быть, еще появится. В принципе, ничего страшного. Ну, хотя вначале. Так, делает первую кровь принц воров, убивает душелова. И это хорошо. Так, берем скидочку на магазинчик. Отличный полигон. И мне бы как-нибудь отхилиться, было бы неплохо. Автопушка. Нет. Сейчас поставим опыт. Выстрел. Укрепляем позиции. Такс. Ну, немножечко, видите, мы проигрываем и по фарму сейчас. По уровню. Так, Син убивает душелова ихнего. Так, все, наверное, я побегу. Отхилюсь. Иначе меня заберут. Нужно играть крайне осторожно. В принципе, инженер это такой герой, что довольно-таки хрупкий. И нужно держаться все время на расстоянии и в тени. Прогресс – страшная сила. Можно взять себе одну баночку. Так, я смотрю, здесь Син пытается забрать док. Он, наверное, он ее не заберет. А, у нас даже еще турелька одна осталась. Нормально. Давай, Син, ходи в инвиз и забирай ее. Ну, нам главное исследовать нашу ульту. Это пулемет, который дамажит, в принципе, довольно неплохо. Так, убивает принц воров в лесу. Берем еще хитру.
Укрепляем позиции. Отличный полигон. Лучница убивает душелова, душелов убивает лучницу. В общем, разменялись один на один они. Автопушка. Так, давайте поднимем флаг, наверное. Так, и берем кровавое упоение. Точно в цель. Новым свершением. Ну, не дает она нам пушить башенку. Как бы держит все под контролем. Так. Проносится здесь принц воров. Идет на нижнюю линию. Так, син винвизе. Эх, блин, помешал мне. Крип. Крепеныш. Молодец, син. Забирает он доктор. Тем самым дает мне время для того, чтобы пропушить башню. Хотя я сейчас, наверное, мне не получится ее пропушить. Ну, все-таки. Мастерский контроль. Несаменимый боец. Как-то син с принцем отдельно гангают, не знаю почему так. Это гениально. Чтобы еще совершенствовать. Отличный полигон. Укрепляем позиции. Все рассчитано. К новым свершениям. Доктор, доктор, разобрали мои турельки неплохо, довольно таки. Точно в цель. Отличный полигон. Механизмы могут и лечить. К новым свершениям. Так, давайте возьмем напасть ран. А это у нас сила разум. Бью без промаха. Сейчас поставим опыт. Так, и в очередной раз забирает син. Доктор. Молодец. Мастерство. Ну, сейчас мы, может быть, пропушим даже вышку. Прогресс страшная сила. Так, надо будет еще один заходик сделать. Укрепляем позиции. Мастерский сейчас контроль. Поставим опыт. Двойной удар. Выстрел. Череда побед. Незаменимый боец. Автопушка. Это гениально. Нет проблем. К новым свершениям. Так, одна турелька у нас стоит не задействована. Далеко сильно я ее поставил. Давайте ее поставим здесь. Точно в цель. Отличный полигон. Новый. Первый штурм. Так, принц воров делает первый штурм, разрушает башенку внизу. Что дает нам хорошее преимущество в прайме. Автопушка. Все просчитано. Так, у меня нет маны, вот, конечно, это плохо. Укрепляем позицию. Моя новая. Незаменимый. К новым свершениям. Восстановим
Ай-яй-яй, блин, ультанула. В принципе, ульта у нее опасная. Докты. Грубая сила не может победить мысль. Так, наверное, куплю я еще баночку. Сейчас поставим опыт. А, и ты пошел. Так, ну я смотрю, Син тут что-то пытался ее забрать, но посмотрел, что не получится. И решил. Отличный полигон. Я решил уйти. Укрепляем позиции. Чтобы еще усовершенствовать. Все просчитано. Череда побед. Так, она меня замедляет и, в принципе, наносит мне довольно-таки не маленький такой дамаг. Это гениально. Выстрел. Заградительный огонь. Прогресс. Нет проблем. Механизмы могут и лечить. Укрепляем позиции. Да, ну вот, когда у вас появляется ульта, как она называется, пулемет, у вас начинаются проблемы с манной. Довольно-таки существенные. Молодец. Зря я только ульт использовал. Так, ну что, забираем вышку на миде. И берем еще хитры. Так, доктор сейчас ультанет, скорее всего. Нет, не получается у нее немножечко. Прогресс страшная сила. Берем еще хитры и регенерацию здоровья. Сейчас поставим опыт. Это гениально. Бью без промаха. В принципе, инженер, ребят, это дикий пушер. Можно просто съедать башни с его вот этими турельками, ну, немножечко прокачавшись и немножечко правильно расставить билд, в принципе, можно
рвать эти башни на ура. Незаменимый боец. Заградите меня. К новым свершениям. Так, берем еще разум, хитрость. Отличный полигон. Незаменимый боец. Это гениально. Выстрел. К новым свершениям. Так, идет сюда Син, может поможет нам все-таки забрать ее. Точно в цель. Прогресс страшная сила. Укрепляем позиции. Сейчас она ультанет меня. Так, я ухожу на децелах совсем. На децелах. Могут и лечить. Отличный полигон. Бью без провока. Автопушка. Это гениально. Сейчас поставим опыт. Восстановим силы. Череда. Новая игрушка. Незаменимый боец. Так, ну и сейчас попытаемся забрать отличный вышку. Полигон. Очередную. Точно в цель. Мастерский да. Штурм. Механизмы могут и лечить. Сейчас поставим опыт. Так, что у нас с вами? Ритуал господства, сила разум, хитрость берем. Чтобы еще усовершенствовать. Выстрел. Восстановим силы. Ну, давай, сила. Отлично. Мастерский контроль. Незаменимый боец. Череда. Отличный полигон. Автопушка. Это гениально. Заградительный огонь. Бью без промаха. Прогресс. Череда. Страшная сила. Побед. Ну и начинаем делать прорыв. Ой-ой-ой, на меня что, сагрилась башня? Походу, да, так, и доктор пришел. Ну, я, наверное, сейчас ТП-шнусь к себе на базу и отхилюсь. Так, что у нас... Ой-ой-ой. Что у нас здесь происходит? Ну, здесь тоже ребята уже начинают делать прорыв. Сейчас кого-то заберет, скорее всего, докту, да? Да, молодец. Так, лиса что-то уничтожает башенку. Молодцы. В принципе, изи катка, ребят. Ну, конечно же, из-за того, наверное, что у них минус один, скорее всего. Прогресс страшная сила. Ну, я ТП-шу на свою линию обратно, на мид, и попытаемся сейчас прорыв сделать. Точно в цель. Моя новая игрушка. Отличный полигон. Укрепляем позиции. Механизмы будут лечить. Мастерский штурм. Так, уничтожаем уже третью башенку. Четвертую, ребят. Точно в цель. Новый. Отличный полигон. Ну, факт в том, что прорыв мы сделали.
Мастерский штурм. Бью без промаха. Прогресс страшный. Пушка. Это не мир. Вражеский арсенал разрушен. Сейчас посмотрим. Так, лиса пытается что-то ультовать. Наверное, мы ее заберем. Нет, лиса уходит в инвиз. Бью без промаха. Автопушка. Это генерал. Отличный полигон. Все просчитано. Контроль. К новым свершениям. Мастерский штурм. Так, Докта, скорее всего, с ультой. Сейчас она попытается меня забрать. Прогресс страшная сила. Моя новая игрушка. Вражеский арсенал разрушен. Отличный полигон. Отлично. Сина уже не остановить, ребят. Сейчас поставим опыт. Выстрел. Разрушен. Череда побед. Так, в принципе, разрушили мы уже все, что можно и нельзя. Ну, давай, Сим, давай, давай, давай. Череда побед. Незаменимый боец. Дракона бы забрать можно было бы. Я смотрю, лучше лиса забирая дракона, сейчас ее убьют. Убьет дракон. Ну блин. Зачем стоять там до последнего и ждать, пока тебя убьют? Я не понимаю. Если видишь, что не можешь забрать, зачем умирать лишний раз? Вот ее почти минуту в бою не будет. Так, ну, ребята, сдались. А, вот. Ну, как бы как-то так, ребят. У меня на этом все. Всем удачи, всем пока.